Пришло время выезжать за город, встречаться с друзьями под открытым небом, наслаждаться теплом и свежим воздухом. Когда веселье достигает апогея, в компанию приходит желание музыки в любом ее виде, будь то танцы или песни. Идея брать с собой громоздкие магнитофоны уже в прошлом, а музыка из открытого багажника автомобиля далеко не всегда удобна. Сегодня мы рассмотрим проверенные временем и зарекомендовавшие себя с лучших сторон современные Bluetooth-колонки для отдыха с музыкальным сопровождением. Первая колонка многофункциональна, компактная модель от Sony. Серия SRS-XB41 может соединить до 100 себе подобных в одну стереосистему. Разноцветная подсветка на выбор придаст двум встроенным динамикам не только космический вид, но и принесет пользу. Использовать колонку можно даже в отдельных уголках природы, где отсутствует освещение. XB41 обладает высоким уровнем защиты от морской воды, и если захочется с музыкой погонять на катере, проблем не доставит. Она готова развлекать без перерыва 24 часа, по заявлению производителя. Это один из лучших показателей в этой весовой категории. Также колонка сможет заменить Powerbank, если это понадобится. А встроенная функция режима исполнения инструментов дает возможность ее использования вместо барабана или любого другого представленного в меню инструмента. При ударе по колонке будет детально выводиться выбранный звук через динамики. Голосовой ассистент, которым можно воспользоваться через колонку, поможет с утра встать и узнать прогноз погоды, не трогая смартфон. Информативные кнопки помогут быстро и без особого напряга включать на желаемую громкость любимый трек. Дополнительные приложения после установки на смартфон дадут почувствовать себя диджеем, что придется по вкусу любителям быть в центре внимания. Ценник на данную колонку варьируется в районе 11 тысяч рублей. Если будущий владелец является поклонником рок-музыки, то он дальше может не тратить время и остановить свой выбор на JBL Extreme 2. Пожалуй, это лучший выбор в этой весовой категории. Может, Extreme 2 и не самые высокотехнологичные колонки и не яркий гаджет, они больше по теме музыки и, собственно, самого звука. Два высокочастотных динамика в совокупе с двумя низкочастотными может и не будут подсвечиваться, как у Sony, но однозначно подарят слушающим мощный выход. Колонка имеет функции защиты от промокания, и ее можно использовать на отдыхе по полной. Extreme 2 можно брать с собой купаться, она может выполнить роль музыкального буйка и в течение 15 часов, опять же, по заявлению производителя, отзываться на указания. Про комплект поставки Sony я не стал рассказывать, потому что в нем только зарядка, а вот JBL решил включить фантазию и положить в коробку массивный ремешок с функцией открывашки. Функция индикации зарядки на колонке добавит удобство в использовании на более продолжительное время при своевременной зарядке. Ценник на данную колонку варьируется в районе 10 тысяч рублей. Все колонки соединяются со всеми существующими смартфонами, весят в пределах 2,5 кг и ширина их составляет около 30 см. Музыка – часть жизни мыслящего человека. Всем удачи, подписывайтесь обязательно на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии, конечно же.